Вы сегодня побывали на мастер-классе по живописи в Центре эстетической психологии ВИТА у Ирины Клементьевой. Вы уже у нас не первый раз. Скажите, пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями о сегодняшнем занятии и подчеркнули ли вы что-то новое для себя сегодня? В это занятие у меня море впечатлений, море эмоций. Вообще совсем другая картина, другие эмоции, нежели чем в прошлом занятии. В прошлом занятии я научилась работать мастихином. В этом занятии продолжила обучаться работать мастихином. Плюс узнала технику с тряпочками разными, со всякими штучками. И мне очень понравилось цветовое решение картины, которое мы немножко изменили сюжет и картина заиграла, и я вообще довольна собой первый раз в жизни. Полностью, что у меня получилось. Я абсолютно, мне кажется, испытала много эмоций, отвлеклась от всего и погрузилась полностью в процесс. И мне от самого начала до самого конца было интересно, и я прям очень довольна. Спасибо. А мы рады, что мы так вас порадовали, устроили вам маленький праздник. Приходите к нам еще. Спасибо. Еще что-нибудь сделаем. Спасибо. Интересное и новое.